Доброе утро. Доброе утро. Диалог между нашими государствами, между нашими странами возобновляется на всех уровнях. В сентябре уже были два моих рабочих визита в Российской Федерации. Вчера был рабочий визит министра иностранных дел. Я надеюсь, что в ближайшее время будет и визит премьер-министра Российской Федерации. Думаю, что все это способствует возвращению наших отношений, стратегического партнерства на тот уровень, который хотят народы наших стран. На следующей неделе у нас очень много тоже очень важных событий. Действительно, можно сказать, что двусторонние отношения у нас выправляются, и может быть даже сейчас на подъеме, учитывая те встречи и переговорный процесс, который находится в последнем месяце.